счастлива поделиться с вами своей поездкой в Баку, которая лично для меня очень много значит и будет очень долго в моей памяти. Надеюсь, вам понравится. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в город Баку. Здесь какой классный аэропорт в Баку, просто. Айхан, мой одногруппник из Франции, собственно, и пригласил меня на свою свадьбу в Баку. Встретил нас с сюрпризом, это было очень приятно. Кстати, в этом чехле находится домбра, которую я привезла ему как подарок. Сразу же он устроил нам небольшую экскурсию по Баку, и это была просто любовь с первого взгляда, так как город сразу же любил меня своей красотой, своими прекрасными архитектурными строениями. К своему стыду я совершенно этого не ожидала, я до этого даже не слышала, что тут так классно. Мы едем на посмотреть город, позавтракали, сейчас поедем в центр Баку. Утюг не работает, так что мы помятые. Такие красивые здания. Вот это манаты. В Азербайджане. Или вот этот. А, это вот этот. Короче, домашний ресторан. Да? Ну мы не голодные, спасибо. Так вот растет гранат. А по легенде девушка отсюда сбросилась из-за того, что она была несчастна. Это баклажаны такси, которые британцы вроде внедрили. Ой-ой-ой! Город невероятно просто красивый и чистый. Тут просто нигде нет мусора. Это при том, что вчера была формула. Ну, идем тусить. Встретимся с нашими друзьями старыми, которых мы уже год не видели. Сейчас поедем в ресторан, покушаем. Шашлыки. Да, шашлыки, конечно. Посмотрим азербайджанский клуб. Все, собрались, теперь едем на пляж. Покупаемся. Просто пляж и просто лошадь. А как не стоять? Каблуки снять, да? Пришли парк Бульвар, это самый центральный парк. Naked. Вот очень красиво здесь. Наверняка видели вот это вот яйцо Фаберже, или что это, на фотографиях. О, мы сядем на этот паром сейчас. Мы как всегда опаздываем. Просто не видно, но тут вот это все нефть, грязь. Переезжаем.
Вот, теперь мы наконец-то будем жить в центре. Здесь так красиво. Все бутики. И очень похоже на Европу. Толком ничего не поели таки. Я только начала кушать. И она такая, поехали. Да, мы сегодня не ели вообще. Почти что. Ну, только что такое был шашлык вкусный. О, он из котлеты был сел. Да. Я хочу кушать. Баку стал для меня настоящим откровением, так как я не ожидала, что этот город будет настолько красивым, настолько интересным, настолько запоминающимся, и что люди здесь так тепло меня примут, как, наверное, ни в одном из городов. Ну, в общем, мы пришли покушать, поужинать. Я, конечно, снимаю только тогда, когда я кушаю. Особенность, которую мы заметили в Азербайджане, это то, что у них все любят такие не лаунжи, а как бунгало. И у них вообще такой одинаковый стол, то есть шашлыки приносят какое-то... Еще то, что ты, когда выбираешь еду, ты можешь не обязательно выбрать какое-то блюдо или салат, но тебе будет все потихоньку приносить какие-то овощи, зелень. И они сами знают, что нужно приносить к тому или иному блюду, и это действительно интересно. Обычно в таких бунгало не продают кальян, то есть для кальяна ты идешь в какой-то лаунж, специальную кальянную. Эти бунгало мне напомнили, на самом деле, такие рестораны, как у нас, такие... деревянные, да чё? Но шашлыки у них всегда везде вкусные. Вот так вот все выбираешь, тебе приносят, выбираешь, что будешь кушать. Это такой компот из фейхуа. Он очень вкусный. Хотя сам фрукт мне не нравится. Это азербайджанские пирожочки маленькие. Еще есть наш хатык, но он малосоленый. Салат с баклажаном. Это кажется похоже на брынзу. Зелень у них приносится, да. Вкусные шашлыки. А то, что мы пробовали до этого, мы не скажем. Вот там было Евровидение. Мы решили не тратить время и пошли курить кальян 2 часа ночи. Кальян здесь очень классный на самом деле. На фруктах. Сейчас на Баку ночью немножко страшно. Нашего поворота дома, и нам стали сигналить. Машины начали просто останавливаться. Мы решили в итоге остаться в этой кальянной. Называется Альбатрос. Делаю здесь кальян на ананасе. Причем попросить на яблоки, нам дали подарок на ананасе. Вообще, как я поняла, в Баку ночью девушек Азербайджана как-то не встретишь. Ну, в принципе, девушек. Здесь действительно очень добрые люди. Мы в этой кофейне. Сказали, что нам страшно идти, хотя нам буквально идти 50 метров. И кальянщик сказал, типа, хотите, мы вас проводим. Ждал, пока мы покушаем. И проводил нас. Просто очень добрые люди. Это главная улица торговая. Мы идем шопиться. Здесь вот была сказана знаменитая цитата, черт побери. Мы здесь обкушали Путин, Николя Саркози, Жаль де Партье. Это еще не закончено. Подожди, сейчас красивее будет. Это как Медео, да? Да. Да, это Медео, так и есть. Только здесь тоже машины собираются, люди собираются. Да. Мы приехали на море. Это ракушки, но они не настоящие.
Подошла к концу первой части видео о Баку. Продолжение будет совсем скоро. Спасибо вам большое за просмотр.